Тигря, вот, продолжаем смотреть зомбеты. Зомбетов. Как угодно, в общем. Какая седьмая серия? Салем Сушу Медиа. Я надеюсь, меня серия не разочарует. Как прошлое. Ты что делаешь? Абу, хорош, хорош, хорош! Хорош! Успокойся, Абу! Вы сказали, что будете относиться ко мне по-другому. А сейчас при мне обсуждаете, что со мной делать. Вас когда-нибудь пытались обвинять как вещь? Вы когда-нибудь боялись людей больше, чем зомби? Абу, хорош, успокойся, убери пистолет, Абу. Не надоело! Я хочу быть просто нормальным! Хорош, Абу! Давай все обсудим, поговорим! А что разговаривать-то? Я же просто зомби! Все, не надо, Абу! Прощайте! Нет! Все кончено! Пацаны! Сейчас не время паниковать. Да, мы потеряли Абу. Но девчонок спасти еще можно. Не время сейчас нюни распускать. Возможно, им сейчас нужна наша помощь. Мы должны взять все в свои руки и помочь им, пока не поздно. Вы что, совсем отупили? Все потеряно. Возможно, Абу был единственный такой. Видишь, Мара, ты сам не знаешь, был ли он единственным или нет. Вставай, брат. Прости меня. Я был неправ. Ничего, брат. Я тоже прости. Вы бы еще пососались. Не для твоих шуток, Руся. Ага. А для обнимашек самое время? Не ревнуй, Рус. Я тебя тоже люблю. Сейчас просто реально не до этого. Надо найти девчонок и решить, что делать с Нуриком. Это грохнуть его. Как мы найдем девчонок? Пока не знаю. Пацаны, им походу надоело здесь быть, и они пошли нас искать. Нет, я им сказал никуда не уходить. Они просто так не ушли. Да, кстати, я тоже им сказал, чтобы они нас здесь ждали. Ну, либо они убежали, либо их кто-то забрал. А Нурика что? Оставили. А нахера людям Нурик? Он ведь зомби. А если зомби пришли бы, не развязали тупые. Ну да. Те как-то нашли их по следам. Сука! Туча! Стопудово здесь был! Где ты это нашел? Давайте покажу. Вот тут она и лежала. И он не спит это еще. Стопудово туча забрал. Откуда ты знаешь? По следам. Украл мои любимые берцы. А мне в комнате лежали. Ладно, власть забрал. Берцы бы не трогал. Я не думаю, что это туча. Он что, живой? Конечно, живой. Он как таракан, с любой жопы выберется. Найду, убью, сука. Да фиг пойми, сколько она тут лежит. Может, до нас еще лежала. Да и девчонки не глупые. Не могли дать себя просто так забрать. А ты тучу не знаешь? Все, что угодно мог сделать. Тучу не знаю, но знаю Сабину. Короче, пацаны, нам место надо тоже классное. Тиля, ты знаешь анархистов? Пойдешь за ними. Мара, с тебя машина. Рус, на тебе оружие. Разделимся, чтобы охватить большую территорию. Возможно, они убегали от них и побежали в другую сторону. Разделяться? Брат, ты забыл, чем это все закончилось? Мы друг друга год не видели. Ты этого хочешь, чтобы это повторилось? Ну, пацаны, реально, зачем разделяться? Рус, ты можешь сразу к себе в хижину идти. Года через два увидимся. Нет, пацаны, сейчас другая ситуация. Да и мы уже другие. Надо проверить все варианты. А времени мало. Прикинь, пока мы идем за тучей, девчонки в другом месте в беде. Поэтому разделиться для нас – это самый оптимальный вариант.
И я не говорю, что надо прям до тала разделиться. Разойдемся и через 3 часа на этом же месте. А потом уже решим, что делать и куда идти. Чего ты так любишь разделяться, а? Да пойми, брат, я тоже этого не хочу. Но времени мало. Даже пока мы сейчас с тобой спорим, девчонка, может, нужна наша помощь. В натуре, девчонок спасать надо. Даша, наверное, страшно. Тиля, ты должен был остаться с ними. Не хотите, делитесь. Ладно. Ну вот раз русом иду. Хорошо. Тогда выдвигаемся. Только для начала давайте Абу похороним. Он же наш друг. Рус, чё? Чё, в Дашу, да, влюбился, да? А чё? Ничего, просто интересуюсь, что за подло ответить. Чё, влюбился, да, да? И чё? Ничего, просто хотел сказать, хорошо смотритесь, брат. Даже без подкола? Да какие подколы, брат, серьезно говорю. Спасибо тогда. Только этот, один вопрос у меня. Хорошо. Кто из вас актив, а кто спасибо? Охренел, что ли? Не, подожди, подожди, смотри. Следы какие-то. Ну? От машины, походу. И они туда уехали, девчонок с собой забрали. Погнали. Ты подожди. Че так уверенно говоришь, что они туда уехали? Может, они наоборот, оттуда, сюда приехали. Эй, Рус, если бы они оттуда приехали, машина бы здесь была бы. Вот ты мозг, Тиля, в натуре. Погнали, Рус. Ну, походу, эти на верном пути. Покушать принес. Ну что, позасунь свою еду. Если бы из-за глупости одного человека на твоих глазах сожрали бы. За то, что оскорбил меня? За то, что я тебя спас? Чё? Чё? Переход как классный. Это типа все наладилось, да? Да. Да? Молодец. Ты будешь потом как Рус. Ты знаешь же, да, его? Привет. Привет. Как дела? Ты со вчерашнего тура осталась. О, на то и там что? Карнавали, да, все? Ну. Я обратно. Или нет? Да. Не понял. Нифига себе. Дети? Что за место? Молодой человек, чем я могу вам помочь? Я ищу своих подруг. Мы устроили привал недалеко отсюда. Их было 2. А когда я вернулся, их уже не было. Вы видели 2 девчонок? Даша и Сабина. Видел, конечно. Они пришли к нам. Мы их приютили. Серьезно? А где они? Сейчас они на собрании. На каком еще собрании? Многие так теряются. Они приходят к нам, и мы помогаем им, как можем. Здесь у нас все есть. Здесь безопасно. Да ты, наверное, сам устал. Небось, не ел давно, голодный. Заходи ко мне, я накормлю тебя, пока идет собрание. Слышь, старик, мне надо их прямо сейчас увидеть.
Пусть закончится собрание. Потом ты их увидишь. Здесь особые правила. И нужно их соблюдать. Да ты не бойся. Пойдем ко мне пить чай. Пойдем. Хорошо. А когда у вас это собрание закончится? Да скоро закончится. Все они там. Проходи. Я тебе такой чай заварю. What the fuck? Да, разделиться было глупо. Открывается. А сзади есть кто-нибудь? Не знаю, вроде есть. Значит, нужны ключи. Что здесь? Нифига, это терминатор. Мне нужна твоя одежда. Твои же? Не мои-то. Были же твоими. Эй, Русь, что было, то пришло. Хватит, а? Не до твоих подколов. Ладно, ладно. Видимо, их зомби убили, и они скоро начнут превращаться. Давай, пока они не превратились, быстро их убьем. Ребят, ты что, дурак, что ли? Не надо стрелять, сейчас на твой выстрел другие зомбаки сбегутся. Как мы их убьем тогда? Ну, давай, блин, бошки им расшибем, пойдем камни найдем. И что, мы сейчас будем ходить камни искать, что ли? А чё, блин? Давай прикладом. Не, я лично свое оружие пачкать не буду. Хочешь, сам пачкай. Не, я свое тоже не хочу. Может, повесим? Это долго каждого брать, вешать, что гонишь, что ли? Не. Может, задушим? Тебе не тошно, блин, своими руками зомбаков? Может, голову свернете? Может, сожгем? У тебя спички есть? Нет. Вон же есть палки. Берешь и трешь. Ты чё, Рус, как будто ты умеешь. Пока ты это сделаешь, давно они в зомбаков превратятся. О. Может, это утопим? А если не плавать умеет? А если не умеет? Мы же не видели этого. Ну, прикольно было посмотреть, да? А если обернётся? Рус, ты чё, дебил? Зачем стрелять? Сейчас зомбаки сбегутся! Ё-моё! Чё это за место? Хороший суп приготовил. Молодец. А вы же говорили, что все женщины на собрании. Да, они все на собрании. Да-да. Понятно. Да ты ешь, а то остынет. Ешь. Что-то я бы не доверял ему. Вкусный суп получился. Людоеды. Ну, у тебя пистолет есть?
Уходи. Как хочешь. Рус, быстрее, беги, блин! Что такое долгий, Рус, беги быстрее! Бегу, бегу, бегу! Рус, ты слишком много! Что будем делать? Надо драться с ними, не вариант! Давай разберись в разные стороны! Это мечта будет против этого! А что будем делать тогда? Перестреляем их! Не вариант, мы не знаем, сколько в лесу Рус! А что делать тогда? У меня план! Какой? Давай разберись в разные стороны! Или... Ну где? Yes. А, через 3 часа он тоже весь должен прийти. Палец увидел. Ничего страшного. Убери его и ешь. А что это у вас в супе? А ты про это? У меня... А у меня проблемы со слухом. Это что, человеческое ухо? У нас не принято задавать такие вопросы. Что с Сабиной сделали, гады? Успокойся ты, успокойся. Не надо никакой агрессии. Стоять, людоед конченый! Тебе не стоило этого делать. Ну вообще, спит когда-нибудь? Нет, все пацаны, спят, этот не спит. Вы где? Пацаны! Где вы? Пацаны! Не оставляйте ни одного! Пацаны! Че, опять? Калюсь, крутится, резина трется, трется. А знаете, что они будут? Так. Блин, зачем они показали то, что будет в следующей серии? Я сейчас думаю, знаете что? Что они вот только дошли до этого места, те дикари. Что они не забирали девчонок. И девчонки реально у людоедов. Ну такая мысль сейчас появилась. Так, ну получше, чем предыдущая, конечно, серия. Глупый план разойтись по разным сторонам, причем где-то вдвоем пошли эти по отдельности. Ну, это вообще не варик. Неправильно. Показывают нам то, что у Нурика все вот скоро-скоро разорвется веревка. Всю серию она... Весь день получается, он вот уже, она уже там все практически скоро, вот скоро порвется, но до сих пор как-то не рвется. И знаете, вот, ну, зомбаки все спят все-таки, бывает, да, в такие, в сонном состоянии. И если, ну, я не понимаю, он просто вообще супер актив, короче. Почему он не топит? Спал бы уже давным-давно нормально. А, нет, иногда он стоит спокойно. Хотя это он, наверное, отдыхал просто. Ну, в общем, как будто бы он жестко еще повлияет на сюжет. То есть в этой серии нет, вот в следующей серии он разорвется как будто и кого-то укусит. Специально его оставили. Блин, грохнули бы и все, и не было бы там никаких укусов. Так, подожди-ка, а кого они нашли? А, этот. Так, ладно, сейчас. Тиму сначала. Клево то, что он представил свое будущее. Но вот этот замут с деревушкой я что-то не выкупил.
как это вообще возможно, как они там спокойно живут. Еще детишки играют. Трое детей. Женщина. Этот мрачный мужик. Собрание какое-то. Что-то начал втирать вообще непонятное. Чай какой-то он ему сейчас приготовит. Маре вообще зачем-то тачка понадобилась. А, хотя у них не было тачки, да. Девчонки, мне кажется, опять просто взяли и съебались. Просто уехали куда-нибудь. Опять кинули. Как в первом сезоне. Когда Тиля и Рус, я, по-моему, я постоянно путаюсь, типа Тиля, Тима, но, по-моему, да, все, Тиля. Нашли его бывших, типа, подчиненных. Ну, с его шайки, короче, пацанов. И я думал, вау, походу, до них тоже добрались. Но это, походу, какие-то другие. Потому что я уже увидел, что в следующей серии те только дошли до того места. Или, возможно, нет. Возможно, я все путаю. Так, ну, короче. Выстрелы, вся фигня. И они в итоге побежали. Сейчас, что за игрушки? Они в итоге побежали по лесу. А, Бэтмен и трансформер. А, летучая мышь, типа, и какой-то трансформер, походу. Мрачноватая тема, если это реально прям каннибалы, людоеды. Ну, такое себе, блин. Вокруг одни зомби, а они еще людей нормально хавают. Зачем они им показали то, что, ну, наложили суп с человечиной? Могли бы убрать, чтобы он не сразу спалил. Так, Мару дурачок, конечно. Знаете, меня еще что поразило? То, что зомбаки, вот, они же услышали, но они же не знают, откуда конкретно звук. Или они прям, о, это тачка, которая там во дворе стояла, давайте-ка к ней подойдем, там, наверное, кто-то есть. Так, что ли, это работает? Да ёбка, да. Так, сцена, когда эти бегут по лесу, напомнила 28 недель спустя, когда там в начале фильма мужик убегал от зомбаков. Тема с разделиться тут, опять же, я что-то не выкупил. Нафига? А, ну хотя разделить, но... Как они в итоге встретятся, фиг знает. Кто тут у этих людоедов скрывается, тоже пока неизвестно. Но кто-то ему шандарахнул по голове. Как? Ну, блин, он не мог потерять сознание, там что-то не так уж и сильно его ударили. Можно даже будет посмотреть, наверное, на стоп-кадре. Подожди-ка, они вообще в плечо ударили, как будто. Все. Короче, сейчас я другой плеер открою, через другой плеер посмотрю. Ну... Я думаю, уж могли бы что-нибудь найти посерьезнее, чтобы ударить. И чтоб тот сознание потерял. А так, его, блин, он дрался, и зомбаки его били. А тут вот от какой-то палочки, мухобойки, так скажем, он потерял сознание. Ну, камон, не верю. Это бредово. И в итоге у нас Рус остался один опять пятняга. Сейчас опять к нему. Он только попрощался там со своей женой. И снова здрасте, скажет. Блин, этот.
тупит, короче, плеер. Но я посмотрю, короче, еще потом сам просто. В общем, и серия. В общем, и серия. В общем и целом. Серия неплохая. Интересно. Интересно, что будет с этими людоедами. Как в итоге все это развернется. Зачем они были добавлены в сюжет, пока непонятно. Вот. Но надо что-то с ними решать в следующих сериях. Вот этот кадр. По плечу. Как будто по плечу ударили. Да. Какой-то шляпой. Ну, то есть реально какая-то мухобойка. И Тим такой: «А-а-а!» И все, и типа. Может, это что-то прям супер мощное было, конечно. Железяка какая-то. Но все же это удар по плечу. Лучше, знаете, докапываться прям до мелочей. Короче, серия получше предыдущей. Мое мнение такое, как вам. Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.